Не такое. Я как раз уже и говорю, что уже скоро пора будет ходить этот в душ. Я, между прочим, нормальный парень, я как В бы смысле, такой. а нормальный парень не может это делать? Нет, это не прилично. Ну это нет, ты что, жить ходить себя это дергать? Дергает. Пускай они дергают. Не, я, пацаны, я не такой. Ну пусть на мне будет фильтр. Почему на тебе? Тебе не нужен. Нет, машину не умею. Блин, господи, я хочу Ты не фильтр. умеешь машину водить? Серьезно? Нет. Я пошла в автошколу до проекта. Надо, знаешь, что сделать? Надо купить, короче, какую-нибудь девятку или шестерку, что-нибудь такое на механике. И тебя учить этот водить. Именно на механике надо учиться. 50 тысяч. Давай же возьмем Жигу какую-нибудь. Маша, вы там чпокались? Нет, давай уже. То чувство, когда мужа нет рядом, мы так нежно поцеловались. Вот сейчас снимают, да, нас сейчас снимают. Я подавала заявление сдавать на механике. Ну, на механике. Поэтому и Ну, надо да. учиться на механике. Да. Маша, почему игнорируешь? Напишите еще раз, связь пропадает. Мы просто в шале любви. В шале любви мы просто. Где тут что-то? Тут выкинь. Нет, зуб вот тут. Нет, с другой стороны, да. Саша хорошо Мартинчика на место поставил. Он аж испугался. Это Саша всех может поставить на место. Это же Саша. Саша платит алименты сыну. Да. Да. Связь плохая, извините, мы просто в шале. Ну, я вот сейчас вот прям начинаю первые алименты платить, потому что до этого Аляна не подавала на алименты, она просто подавала на алименты. А так я своему сыну все помогал, все покупал, я своему сыну дом купил, я, ну и вообще, когда мы расходились с Аляной, я оставил вообще и квартиру, машину, бизнес, все, вот. Ну, она Саша, как бы... что ты ждешь от Маши? Я... Почему я должен... Ну, я... Вообще я ничего не должен от нее ждать. Вот. Ну, а жду взаимности. Передай Ренатушке привет, она так просит Рената. Скажи Рената. Рената, большой-большой тебе привет. О, салам алейкум, да. Габозов мужчина, не покидай этого чувака. А, не покидай. Саша, у тебя девушки меняются со скоростью света. У тебя же была девушка недавно. Это что за девушка у тебя была? Нет, у меня, подождите, между прочим, что значит со скоростью света? У меня всегда, я встречаюсь очень долго и, ну, бывает такое, что, блин, честно говоря, я на самом деле лох какой-то, обычно меня берут и бросают. Саш, ты видишь меня своей супругой? Да. Да? Да. Почему? Но в данный момент вижу. А завтра не будешь видеть? И вдруг ты завтра скажешь, я решила стать честной. Подожди, а почему ты видишь меня своей супругой? Какими я качествами обладаю? Потому что я хочу. Ну, а как мне не видеть тебя своей супругой? Ну, это не говорит о том, что я все, завтра мы там побежали в ЗАГС. Я чувствую к тебе, ну, уже, вот. И у Ольга, меня серьезная да. операция. Вот. Я Поэтому давайте завтра сегодня не домой будем, да. поеду. Вы когда-нибудь купались нагишом? Я вообще миллиард раз. Мама. Нет, я же говорю, то есть мы не бежим к свадьбе, но вижу ли я там свою супругу, ну, конечно, мне хочется, настолько мне там сильно нравится, начинаю встречаться. Пишут, у Машки глаза залитые, да я один бокал вот пью уже целый вечер. Это круть, интересно смотреть. Все пишут, что у нас интересно в эфире смотреть. Ну. Санька был у нас в Ессентуках? Миллиард раз, если я живу в Лермонтове, друзья, я живу от Ессентуков, сколько там, 11 километров? Или 15 километров, что-то такое. Естественно, я был в Ессентуках. С ними заскучаешь точно. А все ли люди действительно созданы равными? Конечно. Хватит нализывать, лучше поинтересуйся, как его мама к тебе относится. Наконец-то пришел настоящий мужчина. Понятно, да? А вот смотрите, короче, у меня вопрос к вам, ко всем. Маша переживает, что я раз и могу переметнуться на кого-то другую. Вот скажите, кто смотрел эфир, вот хоть раз я переметался на кого-то, вот если я начинал встречаться, я всегда же топил раз и все, и до конца. Подержи, пожалуйста, его волосы. Правда. Шашлычок хочу, не хочешь? Ну, так иди ты, я же не ем мясо все равно. Можно на минут 10 схожу? Иди, конечно, Ты я пока пообщаюсь. поболтаешь. Конечно, давай, целуй.
Да я аккуратненько, наоборот, всё, я не нализываю Саш, не тебя. Надо. Я Машка, не давай Нагабозову, надолго его не хватит. Чего? Не давать тебе, сказали. Ай, пошли вы все. А я слушаю своих друзей. Не пойдет налево, знаю, и знаю тебя с 2007 года. Главное, не к моей Надюшке. Ой, по памяти помню, как он Алианку мутузил. Да-да-да, Саша правду говорит. А почему расстались с Жариковой? У вас же была такая любовь. А Жарикова, потому что изменила меня с моим партнером по бизнесу и украла у меня денег. Украла денег? Может, ты... И она приехала из Питера. Короче, у меня были деньги, ну, дома деньги, которые я накопил себе, вот. Я пока поехал, мне присылают, короче, видосы, где она с моим другом там зажимается просто, ну, короче, измена. Я звоню, я говорю, так, я говорю, чтобы я говорю, близко тебя больше не видел с собой. Я, короче, пока уезжала, она еще и, короче, бабки зацепила. Ты прости же это, ты простил? Я и все простил, просто, короче, так получилось. Сколько она взяла денег? 75 тысяч. Зачем же, короче, она уехала и забыла 4 баллона. А у него аудюха была такая нехилая. Там баллон, короче, 30-ку, по-моему, стоил. Ну, колесо с дисками. И она 4 баллона забыла, где я поехал. И еще я помню, что этот сторис снимал, когда Жарикова забыла свои баллоны, я поехал их продавать. Ну, видишь, ты в плюсе остался. Да нет, я... Айкос, да. Ребят, извините, блин, виснет из-за того, что я в шале. Машуль, даже если расстанешься с Габозовым, Мартинчик дождется. Да Мартинчик уже не ждет, Мартинчик уже к этому, к Снаде в любви полной. На вас очень приятно смотреть. Спасибо большое, мои хорошие. Спасибо, мои сладкие. Кто твой краш? Что значит, кто мой краш? Это как понять? Да, в шале вообще тут что-то вообще очень плохо ловит, реально очень плохо ловит. Я просто не хочу идти в общий дом, мне тут так хорошо. Зверните увагу, плинтус, и запоминайте, это ваш рівень. А, да, там есть животные, у нас очень много, у нас 2 собаки сейчас. 3 даже собаки бегают. Маша, вообще не вижу тебя с Габозовым, ты умная, утонченная. Благодарю за такие приятные. Это Мартинчику. Надя верит в чувство Мартинчика. Не, вам вот ваши пары подходят. Это что, Машка, помни, я с тобой мысленно, винишка, пюринатушка, благодарю. Мне кажется, тебе не очень с Габом. А с кем не очень? Краш, ну кто? Саша Габозов мой краш. У кого еще собаки? Ой, не могу сказать. Все увидите по эфирам. А, Мартинчик любит мартини. Этот вопрос нужно задать Мартинчику. Вот именно, что вы привязались к Артему? У него сейчас своя жизнь, и мы вообще друг у друга в черных списках стоим. Чего с Мартинчиком ты не хочешь мутить? Габозов отстой. Да, блин, а Мартинчик как будто Алан Делон. А Мартинчик как будто настоящий мужчина. А Мартинчик как будто вообще что-то делал для меня. Ну, вы вообще такие странные вопросы задаете. Мань, вроде не старая, должна знать молодежные фразочки. На самом деле я старая, и он со старыми общаюсь. Так, Надя старая кляча уже, я молодая. Ты кто написал? Ненадолго дырку он от Бублика получит, а не Дадю. Ох, пишите вопросики еще. Я по знаку зодиака Телец, у меня 13 мая был день рождения. Бескорыслива. Привет. Ой, Иван, идите, отбейте Надьку. Мартинчик отстой, не думаю, мужик, а Сашка классный. Благодарю за такие приятные слова. Сашка реально классный. Слушай, ну ты, мне кажется, поторопилась с Сашей. А почему я поторопилась?
ты не... Так, ты не старая, у нас разница небольшая, тебе сколько? Мамыгин строит отношения? Да, вода в бассейне теплая, но бывает иногда и очень холодная. О, каких психологов читаешь или слушаешь? Так, Шахов, Лобковский. Что-то я вообще торможу, сейчас еще назову вам. Полиенко. Сейчас еще вспоминаю, кого. Вас нормально. Так, кого еще я люблю из психологов? Еще Керимову, но она не психолог. Но именно чтобы психологи, вот эти трое. Такого еще вспомнила. Габозов перепутал Мамыгина с девушкой, да. Мне кажется, что Саня не совсем чист в своих намерениях. Почему так думаешь? Я думаю, что он чист. Я вот не знаю насчет своей мамы. Я хочу с ней пообщаться, потому что она еще не знает Сашу. Я бы хотела, чтобы она приехала на поляну, пообщалась с ним. Потому что мнение моей семьи для меня одно из самых важных мнений, мнение моей мамы. Адей в Брянске, с Брянской, да. Саша слишком взрослый для тебя, да и не такой красивый, как Артём. Фу, вы считаете, что Мартинчик красивый? Я считаю, что Мартинчик некрасивый. Зигмунд Фрейд, да. А, ну из таких, это я назвала современников, Зигмунд Фрейд я читала. Потом Юнга читала, конечно же. Вообще вся психология делится, ну, грубо говоря, когда другие психологи дают какие-то свои мысли по поводу чего-либо. Кто-то идет по теории Фрейда, а кто-то идет по теории Юнга. Вот. Находишь такую параллель. Тогда можно и Наполеона Хилла отнести. Я читала его книги, очень крутые. Он тоже, можно сказать, психолог. Маша, на серьезное здоровье не... Да, у тебя такая же проблема, моя ты девочка. Артём некрасивый, а Саня мужчина. Согласна. Габозов красавчик. Он реально мужчина с характером такой. Кавказ такой. Ух, ух. Thank you. Nice hear from you. Мартинчик, да, гнилой. Блин, ну не получится ничего с Мартинчика с Надей. А мне он очень понравился. Подскажи, как прийти к нему на проект? Слушай, ну Надька тебя не возьмет, она кастинг-директор, ты понимаешь? Ну не знаю, приди к какому-то другому парню. Скажи, что к не Мартинчику. Потому что я думаю, вряд ли Надька одобрит приход к Мартинчику. Если тебе очень нравится, блин, попробуй, придумай какой-то план. Скажи, что ты к другому парню. Но ты же не хочешь его как мужчину. Мартинчика хотела. Чего взяли, что не хочу Сашу как мужчину? Еще как хочу. Так, как похудеть в лице? Ну, во-первых, когда мы начинаем худеть, априори мы худеем сверху. Сверху вниз. Начни правильно питаться, пить много воды. Еще очень хорошо гимнастика для лица. Если хотите, мы с вами можем как-то вместе поделать. Я знаю небольшой ряд, комплекс упражнений, которые мы можем поделать с вами, и которые очень хорошо помогают вот, убрать вот этот подбородок, поднять скулы. Поэтому это очень хорошо и полезно. И действительно, лицо будет выглядеть подтянутее. С кем из девочек прям подружилась? С Лилей, Кристиной, Бухенбалте. Они очень сохнут. Как сделать, чтобы Надя одобрила? Как понравится? Самое главное, не имей желания понравиться. Будь естественной, будь настоящей. Ты просто снимаешь видео и рассказываешь, какая ты есть. Рассказываешь о своей позиции. У тебя должна быть четкая позиция вообще. Для чего ты хочешь прийти на проект? Допустим, я хочу прийти на проект, чтобы покорить Саймона Марданшина. Или я знаю, как покорить его сердце, я такая-то, такая-то, такая, я вот приду и сделаю это. Или, допустим, я приду и стану самой там красивой топовой девочкой на проекте, и все мальчики будут бегать за мной. Там, или вот там я приду и стану там королевой женской спальни. Допустим, да, вам примеры привожу. У вас должна быть какая-то позиция, заявление, да, для чего вы хотите прийти на проект. Что, вы не слышите меня, не слышно? Слышно меня или нет? Напишите, звук есть, да или нет. Есть еще Лера, кастинг-директор. С Адовой не общаюсь.
вообще не общаюсь. Угу. Все, слава богу. Да, я к тому, что должно быть заявление, какая-то позиция. Рассказать о себе, о своих хобби, о увлечениях. Как живете, чем живете. Hello, привет! Здравствуйте! Потому что ребята пришли, хочу с ними.